Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня мы с вами разберем такой интересный канал на YouTube, как Моргенштерн. Мы узнаем, сколько данный автор канала заработал на своем YouTube канале за последний месяц, а также узнаем, сколько за все время существования на YouTube заработал канал Моргенштерна. Итак, последний ролик был загружен на канал 2 недели назад. Ролик набрал 4 300 000 просмотров. Также вот ролик еще 4 недели назад был загружен на канал, набрал 2 900 000 просмотров. Еще вот он ролик, 58 миллионов просмотров набрал, 1 месяц назад был загружен на канал. Еще один ролик, 1 месяц назад был загружен на канал, набрал он 2 600 000 просмотров. 3 миллиона просмотров ролик набрал, 1 месяц назад был загружен на канал. То есть ролики набирают у Моргенштерна на канале очень огромные просмотры. Кому интересно, посмотрите, заходите. Давайте посмотрим самые популярные ролики вообще, сколько они набрали просмотров на данном канале. Итак, самый популярный ролик был загружен на канал 1 год назад и набрал 84 миллиона просмотров. Вот Моргенштерн, новый Мерин, купил машину и снял клип, 2019 год. Хорошо, также вот еще Моргенштерн LJ, 75 миллионов просмотров ролик набрал, 3 месяца назад был загружен на канал. Вот Моргенштерн, Тимати, 58 миллионов просмотров ролик набрал, 1 месяц назад был загружен на канал. Вот эти два ролика попали в популярные. Хорошо, давайте, значит, посмотрим теперь вообще, когда же первый ролик загрузил автор канала Моргенштерн на свой YouTube канал. Итак, давайте сначала старый, значит, 3 года назад ролик был загружен на канал, набрал миллионы просмотров. Ролик называется «Как меня выгнали из универа за мои видео». Записал все на диктофон. Вот такой, значит, ролик был загружен на канал Моргенштерна. Ну, данному каналу, так как мы по видео видим, что видео, первый ролик был загружен 3 года назад на данный канал, то данному каналу будем считать, что 3 года. Но на самом деле, дорогие подписчики, дорогие зрители, это не так. Давайте перейдем к статистике о канале и посмотрим. Значит, канал был зарегистрирован 7 июня 2013 году, то есть данному каналу уже 7 лет. Просто автор канала Моргенштерн скрыл свои предыдущие ролики с Ютуба, со своего канала. Описание, вот самые популярные личико страны, контакты и так далее, рекламодателей, то есть. Но не суть. Давайте перейдем теперь на другой сайт уже и разберем, сколько же за последний месяц узнаем, заработал канал Моргенштерн на Ютубе. Итак, разберем поподробнее статистику данного канала. Значит, загрузок видео, 83 видеоролика загружено на канал. Подписчиков 8 290 000. Просмотров видеороликов 900 672 858. А здесь получается 900 миллионов. Все правильно, 378. Ну, здесь чуть задержка там на Ютубе идет. Хорошо, данный канал зарегистрирован в России. Тип канала — люди. Пользователь создан 7 июня 2013 году. То есть статистика Ютуба нам также гласит об этом, что канал был создан Моргенштерна 7 июня 2013 году. Общая оценка канала А-. Подписчиков за последние 30 дней на канал Моргенштерна подписалось 250 тысяч человек. На 28%, ну давайте округлим, на 29% хуже, чем позапрошлый месяц. То есть позапрошлом месяце на 29% было лучше, чем в этом. Просмотров за последние 30 дней на данном канале было 66 374 000. На 22,5% хуже, чем позапрошлый месяц. Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 16 600 долларов до 265 500 долларов в месяц. Ну, 265 500 долларов YouTube, конечно же, не платит Моргенштерну с монетизации. Но вообще, начальный заработок данного канала начинается от 16 600 долларов и более. Давайте посчитаем это все и переведем в рубли. 16 600 долларов умножим, получается, 1 доллар у нас на сегодняшний день, по сегодняшнему курсу. Это сколько? 78 рублей 93 копейки. Давайте посчитаем по 79. По 79 умножим на 79. Получим мы 1 311 400 рублей. Ниже вот этой суммы Моргенштерн не зарабатывает, только больше. Хорошо. Давайте, значит, теперь вернемся уже с вами и посмотрим позже данную статистику, потому что эта цифра, она очень сильно занижена. Я вам покажу, сколько точно заработал за последний месяц приблизительно Моргенштерн на своем YouTube канале с монетизацией. Итак, давайте разберем пока подробную статистику данного канала. Значит, мы узнаем, сколько подписывается людей на канал Моргенштерна за аски, сколько прав на заски тоже. Хорошо, английский язык. Итак, вот смотрите, 6-го, 10-го, 20-го за сутки подписалось 10 тысяч человек. Потом 7-го, 10-го подписалось 20 тысяч человек. 8-го, 10-го еще 20 тысяч человек. 9-го, 10-го 10 тысяч человек. То есть вообще за сутки подписывается от 8 330 человек и более.
По просмотрам. 2 267 тысяч просмотров за сутки. 3 731 тысяча просмотров за сутки. 2 758 тысяч просмотров за сутки. 2 739 тысяч просмотров за сутки. Вот. То есть на данном канале вот тут вообще был пик. Вот 6 426 тысяч просмотров за сутки. То есть Моргенштерн набирает на своем YouTube канале за сутки от 2 212 тысяч просмотров. Это все за сутки. Давайте перейдем и посмотрим вообще прогноз на будущее данного канала. Что ожидает в будущем канал Моргенштерна? Через 1 год какие произойдут изменения на данном канале узнаем. А также узнаем через 5 лет что будет. Итак, через 1 год полноценных 12 месяцев будет на данном канале 14 311 887 подписчиков. Сейчас же 8 290 000. И просмотров будет 2 087 559 061 просмотр. Сейчас же 900 000. 378 тысяч. А через 5 лет, это через 1 год, дорогие подписчики, дорогие зрители. А через 5 лет на данном канале будет 79 миллионов 906 тысяч 319 подписчиков и 15 миллиардов 799 тысяч 94 тысячи 238 просмотров. Вот такие цифры ожидают в будущем данный канал. Хорошо, давайте перейдем по подписчикам, посмотрим, правильно ли я вам сказал. Да, на канале Моргенштерн 8 миллионов 290 тысяч подписчиков. Вот такие цифры, значит. Здесь статистика обновляется ежесекундно, здесь можете смотреть статистику как по подписке на данный канал, а также по отписке из данного канала. То есть происходит все в реальное время. Подписался человек, покажет подписку, отписался также, покажет сразу вам отписку с данного канала. Заходите, смотрите, мониторьте. Хорошо, давайте перейдем теперь на другой сайт, значит, и узнаем, сколько вообще за все время существования на Ютубе заработал Моргенштерн со своего Ютуб-канала. Итак, сколько зарабатывает Моргенштерн на Ютубе на сегодня, 4 ноября 2020 году, в среднем по Ютубу, с включенной монетизацией с даты создания канала Моргенштерн, заработал 53 986 330 рублей. Это только с одной монетизацией, вот такие цифры. Вот тут можете оставлять комментарии, свои обсуждения. Вот обсуждения пишут. Кто-то пишет гадости, кто-то пишет с матами. Вот гадости писать не нужно. Человек старается, человек трудится. Хорошо. Давайте, значит, посмотрим дальше, ниже. Моргенштерн зарабатывает на Ютубе 19 943 рубля в день или 598 297 рублей в месяц. То есть... Подсчет дохода ведется с даты создания канала 08.06.2013 году. Данный сайт нам говорит, что канал Моргенштерн зарабатывает на Ютубе за сутки 19 943 рубля. Или же за месяц 598 297 рублей. Давайте перейдем теперь на Social Blade, и я вам скажу точно приблизительную цифру, сколько заработал за последний месяц канал Моргенштерна с монетизацией. Итак, смотрите. Как я вам вначале сказал, на данном канале начальный заработок данного канала от 16 600 долларов и более. Мы посчитали и перевели это в рубли. 16 600 долларов – это 1 311 400 рублей. Но на самом деле, дорогие подписчики, дорогие зрители, канал Моргенштерна заработал больше намного за последний месяц. Смотрите, значит, так как на канале Моргенштерна за последний месяц было 66 миллионов 374 просмотра, то есть нам надо с вами... 16 600 долларов умножить на 4 и получим мы... Нет, на 4 это много. 16 600 долларов, извиняюсь, умножить на 3. Получим мы 49 800 долларов заработал канал Моргенштерна за последний месяц с одной монетизации на Ютубе. Вот такие цифры. Это приблизительно точная цифра. Давайте это все переведем и умножим в рубли. Значит, на 79, так как у нас 1 доллар, это 79 рублей, округлили мы. Это 3 934 200 рублей заработал с Ютуба Моргенштерн за последний месяц. Вот такие цифры. Ну, что я хочу вам еще сказать. Всем спасибо огромное вам за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!